дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на втором концерте 18-го международного фестиваля «Баян и баянисты». Первое отделение нашей программы представляет Ассоциация белорусских баянистов и аккордеонистов. Для вступительного слова на сцену приглашается председатель Ассоциации белорусских баянистов и аккордеонистов, заслуженный артист Республики Беларусь, профессор Белорусской академии музыки Николай Севрюков. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня нам очень приятно принять участие в этом прекрасном фестивале. Идея такого концерта витала уже давно, и мы рады, что в этом году эта идея осуществилась, и наша ассоциация белорусских баянистов и аккордеонистов представит своих воспитанников. Мы специально включили в наш концерт ребят разных возрастов, это будут и маленькие, и студенты, и уже окончившие, так сказать, мастера наши. Если говорить вкратце о истории баяна в Беларуси, баяна аккордеона, то эта история началась еще в 20-е годы. Сейчас вот многие учебные заведения отмечают 90-летие. Совсем недавно первая музыкальная школа города Минска отмечала. Перед этим 90 лет отмечали Могилевское, Витебское музыкальное училище, теперь колледжи. В Белорусской академии музыки народные инструменты появились еще до войны, в конце 30-х годов. Но это были просто отдельные исполнители, которые учились в академии и числились на других кафедрах, на других факультетах, учились или с хоровиками вместе, или с пианистами. В 1949 году была открыта кафедра баяна, кафедра народных инструментов. В 1949 году. И она существовала до 1981 года. В 1981 году мы впервые на территории нашего бывшего СССР создали отдельную кафедру баяна аккордеона и кафедру струнных народных инструментов. Многие, конечно, восприняли это немножечко, так сказать, скептически, вот, хотя сегодня показала, так сказать, история, что к этому пришли многие. И сегодня кафедра баяна аккордеона существует во многих высших учебных заведениях. Если говорить о нашей ассоциации, она была создана в 2008 году. Мы понимаем, что наступают очень трудные, сложные времена. Надо заниматься пропагандой наших инструментов, надо показывать наши инструменты, надо искать талантливых ребят, которые придут учиться в наши учебные заведения. И, естественно, создав нашу ассоциацию, она существует при Белорусском союзе музыкальных деятелей, это большая организация общественная, которая объединяет около 1000 музыкантов разных специальностей. И таких ассоциаций у нас создано много. Есть и ассоциация мандолинистов, ассоциация домристов, ассоциация цимбалистов, ассоциация там, хоровых коллективов и так далее. Вот. И в 2011 году наша ассоциация стала полноправным, так сказать, членом Всемирной конфедерации аккордеонистов. Вот, мы, так сказать, стараемся тоже давать информацию, участвовать в тех мероприятиях, которые проводит конфедерация. Ежегодно мы проводим дни белорусского баяна аккордеона, ну и, вернее, белорусский баян аккордеон, вот так лучше назвать. Белорусский день баяна аккордеона. Сегодня, я думаю, что говорить о каждом исполнителе я не буду. Можно сказать немножко о педагогах, которые привезли. Здесь так получилось, что многие сегодняшние выступающие учатся или закончили Могилевскую гимназию, колледж, и их педагоги здесь присутствуют.
которые воспитали этих ребят, вот у нас не так много талантливых педагогов, которые постоянно показывают свою прекрасную работу и выводят ребят на очень хороший уровень. Вот. Тем более, что сегодня концерт белорусский и ростовский, и один из педагогов, это Чибисов Григорий Владимирович, он воспитанник Ростовской консерватории, сейчас работает в Белоруссии, поэтому как бы прямая и вот эта линия сегодняшнего концерта, связующая, тоже у нас здесь существует. Так что я думаю, что вы сегодня услышите наших белорусских, молодых белорусских музыкантов в разных направлениях, которые работают. Мы желаем вам приятного вечера. Спасибо. Вячеслава Семенова, «Болгарская сюита». На сцене Мария Дмитриева. Thank you.
Владимир Грушевский, токката номер один. Фадеев, полька «Глиссанда». На сцене Алиса Мартынова. Лирический танец «Вешний ветерок».
Лундквист. Метаморфозы. На сцене Михаил Волчков.
Десятников, Ноктюрн. Владимир Глушевский, токката номер 2. Thank you.
Чайковский. Романс фа минор. Исполняет Елизавета Кейзерова. Thank you.
«Фантазия памяти Шнитке». Thank you.
сцене Игорь Квашевич. Thank you.
петь, играть что-то военное. И сейчас для нас вспомнил произведение Виктора Федоровича Гридина, вариации на украинскую народную казачью песню «Гиков Козак Задуна». Thank you.
На этом первое отделение нашего концерта подошло к концу. Ждем вас через 15 минут. Во втором отделении нашего концерта играют воспитанники Ростовской государственной консерватории имени Сергея Рахманинова. И для вступительного слова на сцену приглашается заведующая кафедры баяна и аккордеона, заслуженный работник высшей школы, профессор Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова Варавина Людмила Васильевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Для нас большая честь и большая ответственность выступать на этой сцене в рамках фестиваля «Баяны-баянисты». Я очень рада, что в зале много коллег пришли на наш концерт, которых я знаю не одно и не два десятилетия. Поэтому публика сегодня у нас, пусть не многочисленная, но очень значительная. Когда мы с Фридрихом Робертовичем обсуждали программу нашего выступления, то пришли как бы взаимно к такому решению, что мы представим произведения ростовских композиторов. Ну, хотя в нашем концерте есть маленькая интрига. Одно произведение будет не ростовского композитора, а ставропольского. Ну, то, что слишком хорошо, наверное, не очень хорошо. Ростовские композиторы будут представлены известными вам уже именами Анатолия Гусякова, а также Александра Летунова, новое имя Михаил Фуксман и Сюйцзен, что вас может удивить, но однако же это молодой китайский композитор, который проходил обучение в нашей Ростовской консерватории. Большая часть программы это будут премьеры и либо произведения, которые написаны в 2016 году. Так что приглашаем вас прослушать те новинки и те произведения, которые вы уже слышали. Спасибо. Анатолий Гусяков. Пять испанских картин. Сюита для флейты и баяна. Исполняют Александр Грищенко и Игорь Бабин. Thank you.
Thank you.
Константин Савцов. «Кавказская рапсодия» номер 3. Исполняет Павел Масюк. Thank you.
«Далекой звезде» исполняет Даниил Летунов. Анатолий Кусяков. Партита в четырех частях.
Сейчас прозвучит премьера. Первое исполнение произведения Михаила Фуксмана «Птицы». На сцене Павел Михалев. Thank you.
стиле. Исполняет дуэт «Фантазия» в составе Павел Михалев и Антонина Жебровская.
Сюй Цзян. Фантазия на китайские темы. Зимняя охота. Аранжировка Людмилы Варавиной и Павла Михалева. Премьера произведения. Александр Летунов. Чардаш Фантазия. Концертная транскрипция. На сцене автор.
Александр Летунов.
наша программа подошла к концу. Мы ждем вас завтра на третий день фестиваля, где будут играть ученики, студенты и выпускники Народного артиста России Вячеслава Семенова, ну и, конечно, сам маэстро. Завтра в 19:00.